хоккеист из Киева в 14 году оказался в Донецке и встал на сторону, блин, российских террористов. Юрист. Ну да. По образованию у меня высшее юридическое. Заканчивал Академию МВД. Работал следователем какое-то время в милиции. Да ну как? Ну что значит встал на сторону Донбасса? Я, ну, как был на одной стороне, так и остался на одной стороне. То есть у меня не было, ну, не приходилось выбирать сторону. То есть не было таких мыслей, так, за кого же мне быть? У меня был выбор только один, участвовать в боевых действиях, в войне или не участвовать. Вот. А так, сторона, как, тут, как бы я затрудняюсь. Реально не было вопроса в выборе стороны. Вот. Ну, приехал сюда 8 апреля 2014 года. Никого не знал. Вот, там с одним парнем я накануне списывался из Донецка в интернете по теме антимайдана. Вот, я ему сказал, что хочу приехать. Вот, я как раз тогда увидел 7 апреля, когда провозгласили ДНР. Вот, и я увидел видео, где там один из ребят призывал людей собираться возле обладминистрации, потому что был риск того, что украинские спецслужбы, спецподразделения зачистят здание, и нужно было побольше людей собрать. Я просто понял, что мне нужно сюда. Вот. Мысленно я уже был в этом конфликте еще с января 14-го. Вот. То есть до этого я это воспринимал Майдан как просто, ну, какое-то недоразумение, которое закончится очень быстро. А потом, когда безнаказанно начали забрасывать коктейлями Молотова сотрудников полиции, то есть, ну, там, беркутов, ну, бойцов внутренних войск, когда их там избивали, калечили, убивали, и адекватного ответа властей не последовало, там никто никого не разогнал, не посадил, я понял, что какая-то серьезная ситуация происходит, что там в стране. И мысленно я уже был там. Вот. Ну, приехал уже, как я уже сказал, почему и как. Вот.